Семена спаржи царская, аспарагус, стоит купить на свой приусадебный участок. Растения являются не только декоративным, но и прекрасно используются в диетическом питании. Многолетняя среднеспелая культура вырастает до 1,5 метров. Листья иглоподобные, формирование побегов начинается на третий год. Побеги, вырастающие до 1,5 сантиметров, используют в пищу. Их мякоть на разрезе нежная, светлая, с отличным вкусом, богата полезными микроэлементами. Овощ употребляют в свежем и консервированном виде. Он обладает и лечебными свойствами, например, при болезни печени и почек. Спаржа устойчива к холодной и засушливой погоде. Спаржа царская – это однолетнее растение. Спаржа прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Спаржа царская имеет среднеспелый срок созревания. Плоды спаржи созревают в месяцы июль-август. Вкус сладкий, мякоть нежная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.